Так, всем привет, с вами Михалыч. Значит, задача нам снять вот эту вот ручку Cherry Tiggo FL с задней двери. С передней двери снимается все достаточно просто. Открывается вот эта вот штучка, выкручивается болт. И дальше снимается вот эта вот штучка и выдергивается ручка. Но здесь снятие будет примерно то же самое. Единственное, что как добраться до болта. Здесь придется снимать всю обшивку. Делается это так. Значит, сейчас я сниму вот это вот дело. Вот, откручу там болтик. Потом вот здесь вот засуну отверточку. Вот это вот раскрою. После этого оторву всю вот эту вот штучку. Итак, делаем. Значит, я вам предварительно сказал, чтобы вам было понятно, что здесь у нас творится. Так, я думаю, так вот вам более-менее видно будет. Так. Так, это мы открыли. Теперь выкручиваем. Вот там саморезик этот. Ну, сюда вложим. Далее. Скрывается не здесь, не здесь, только вот отсюда. Здесь есть такая вот маленькая выемочка. Да, под отвор. Очень туго снимается, ребят. Вот. Воткнули туда. А дальше вот таким макаром. Но прежде чем это снять, мы ее так надернули. Нам надо снять вот эту штучку. Вот, все. Она просто снимается, держится вот на этих вот двух штучечках там. Сверху и снизу. Понятно, да? Теперь эту мы попросту сдергиваем. Ничего тут не ломается, все хорошо. Вот эти вот зажимчики очень мощные достаточно. Теперь задача нам снять вот эту вот штуку. Здесь вот два болтика на 8. Их мы откручиваем. Все, это мы сделали. Теперь задача тупо оторвать нам вот это вот дело. Желательно не порвав, не поломав усики. Что очень редко бывает, чтобы их не порвать. Теперь чуть вверх вот это все дело. И все. Теперь с одной штучкой я тут возился очень долго. А это конкретно вот здесь вот провод подходит у нас к... Тихо. Вот ничего не надо ломать. Ладно, давайте я, во-первых, вот сюда вот поставлю. Может быть, вам виднее будет. Вот так вот, вот. Сюда. Вот так. Вот эту вот штучку вытащить. А вытащить ее можно. А здесь, вот видите, с этой стороны нажимается вот так, все очень легко вытаскивается. С той стороны двери это все изнутри. Так что вытаскивается там достаточно сложно. Но если вы знаете, где на что надавить, то вытащите. Вот, в общем-то, здесь и все. Теперь, что у нас остается? Вот. Задача вскрыть вот эту штучку. Вот этот вот лючочек. Вот, все приоткрыли. И там дальше... Дальше мы берем вот такую звездочку. Видим, да? Звездочку и фонарик. Ибо, ежели
мы там ничего не подсветим, мы ничего и не увидим, грубо говоря. Вот так вот. Особенно в солнечную погоду. Это все слепит. Все. Смотрите. Так, теперь отсюда, наверное, видно, да? Давайте я сниму. Там этот болтик, если только видно. Ну, с этой стороны вот он. Он не провалится, не упадет никуда, он зафиксирован. Видите? И вот эта вот штучка, бабышечка, на ней держалась. Теперь делается все просто. Вот так на себя потянули и вытащили. Все. Вот и вся разборка двери в данном случае. Если понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы, постараюсь ответить. Подписывайтесь на мой канал. Будет интересно. Всем всего доброго.